Открывается страница, что нас ждет на этот раз? В гости сказка постучится. Или, может быть, рассказ? Зазвучит и заиграет, затаится, засверкает, загрустит и улыбнется, а затем, затем, затем добрым словом отзовется всем, всем, всем. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нас ждет очередная история. Я бы даже сказала, история особенная. Почему я так говорю? Да потому что в ней говорится о том, как кое-кто очень хотел обнаружить в себе кое-что очень необычное. Некие способности, дар. Одним словом, что-нибудь особенное. О ком я говорю? И чем все закончилось, вы сами сейчас это узнаете, потому что история уже начинается. Итак, жил-был один король. Был он всем слугам господин. Правда, слуга у него был один. Добрый и верный, к труду привычный. Одним словом, слуга отличный. И вот однажды... Вперед, вперед, нас битва ждет. Сдавайся, враг, сдавайся, враг. Король идет. Вот нас битва ждет. О, фрау Марта, ваше величество, прошу вас. Что у нас сегодня? Все как обычно. Пытаемся найти в себе какие-нибудь особенные способности. Способности? Да, вон, смотрите. Вот. Сегодня пытаемся найти в себе способность проходить сквозь стены. Бьемся головой уже, вон, битый час. И как? Пока безуспешно. Ваше Величество! О, фрау Марта! Ваше Величество, а у вас подушка на голове? Я знаю. Это для смягчения удара. Хорошо. Ваше Величество, а мы решили вас пригласить сегодня на прогулку. Ваше Величество! О, Ваше Величество! Прошу вас, Ваше Величество, осторожно. А? Сегодня, говорят, приедет торговец с каштанами жареными. Я их так люблю. Да, и я тоже не прочь ими полакомиться. Да, простите, но я занят. Ваше Величество, а как голова? Немного болит. Ну, неудивительно. Смена погоды, знаете ли. Атмосферное давление. Ваше Величество, а может быть, вы все-таки оставите свою затею? Оставить? Да. Что? Ни в коем случае. Я чувствую, что я особенный, не такой, как все. Ну, в этом вы можете не сомневаться. Это уж точно. Так что простите, на прогулку я с вами не пойду, пока не выясню, в чем моя особенность. Сейчас. Я понял. Что, что? Я сейчас понял, я почувствовал. Что? Я почувствовал, что сейчас у меня все получится. Я знаю, надо сделать прыжок перед тем, как... Ударись о стену, и все получится, ваше, все получится. Ваше Величество, не надо. Надо. Не надо. Прошу вас. Все получится. Вот смотрите. Ваше Величество. Ваше Величество. Ваше. Я больше не могу на это смотреть. Как же так? Я же... Должно же было получиться. Бедненький. Болит? Конечно, болит. Ай, кажется, я ее подвернул немного. Голову? Ногу. А голова тоже болит, но не так это важно сейчас. Ваше Величество, бросайте вы это занятие и пойдемте кушать жареные каштаны. Правда, правда, пойдемте. Я так не могу. Я должен выяснить, в чем я особенный. А то мне начнут посещать мрачные мысли, что я самый обыкновенный. Ваше Величество, поверьте, вы самый необыкновенный.
То-то и оно. Вот в чем? Ваше Величество, дело в том, что вы... Так! Я тебе еще с утра велел молчать. Ты что, забыл? Да что молчи! Молчи! Король или не король? Ваше Величество, ну, может быть, ну, ее эту стену, а? Ваше Величество, а может быть, у вас способности к чему-нибудь другому? Может быть, может, вы правы, но к чему? А, например, к полетам, а? Что? Представляете, если его величество способен летать, как птица, а? Фрау Марта! Что, это идея? Хотя нет, это мне может понадобиться. Я пошел! Да! Ваше Величество, простите! Я не прощаю, молчи! Тебе потребуется моя помощь! Ваше Величество! Куда вы собрались? На крышу полетать немного. Ура! Ура, ура, ура! Фрау Марта! Ну что, Ваше Величество? Ну, это же опасно! Ну, не надо мне отговаривать! Что делать? Это что такое? Правильно, Ваше Величество! Если вы умеете летать, зачем вам лезть на крышу? Вы прекрасно полетите и со стула! Да! Хорошо. Ваше Величество. Ваше Величество, вы боитесь высоты? Немного. Ну, тогда летите скорее. Фрау Марта, я могу вас попросить посчитать до трех? Конечно. Раз, два. Ой, как я волнуюсь, как волнуюсь. А вы волнуетесь, а? Фрау Марта, считайте, пожалуйста. Да-да-да, простите, Ваше Величество. Раз, два. Ой, только когда полетите, не заденьте люстру. Будьте осторожнее. Фрау Марта! Все, хорошо считаю. Раз, два. Хорошая люстра! Три! Ваше Величество! Ваше Величество, вы живы? Жив. Ваше Величество, мне кажется, что и способности летать у вас тоже нет. Если бы вы мне не помешали. Я могу и отойти. Если бы кто-то нормальный считал. А я могу и не считать. Ваше Величество. А ты вообще молчи! Оказалось, никто не знает. Удивительно. Ваше Величество! А, Ваше Величество! Ваше Величество! С вами все в порядке! Да. Вы печальны. Просто мне в голову пришла одна очень серьезная мысль. Какая? Похоже, способности летать у меня нет. Вот и отлично! Пойдемте есть жареные каштаны. Да, 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 да. А может быть, я могу видеть прошлое? Ваше Величество, стойте. Вы сядьте. Пожалуйста. Хорошо. Слушайте меня и остановите, если я ошибусь. Ой, а можно и обо мне потом? Можно. Итак. Ваше Величество. Так, молчи! И не сходи с места. Я прямо сейчас ощущаю, как у меня откроется второе зрение.
и я смогу спокойно выйти отсюда и совершить прогулку по окрестностям. Так, так, почти, так. Ой! Ваше Величество! Ваше Величество, у вас получилось? Судя по всему, нет! Ваше Величество, вы не могли бы мне помочь? Само собой! Ага, давайте. Вот так, осторожненько, осторожненько. Осторожненько, осторожненько. Вот так, 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 так. Ага, так. Осторожнее! Ваше Величество! Какой же вам, Ваше Величество, тяжелый! Тяжелый! Ваше Величество! А что? Это мы, Ваше Величество. Это мы, Ваше Величество. Вот. Да. Какие бы еще способности во мне проверить меня? Что-то ничего в голову не приходит. Ну, неудивительно, Ваше Величество. Ей сегодня пришлось тяжело. Осторожно. Но мой вам добрый совет, Ваше Величество, пора остановиться. Вы уже перепробовали все! Похоже, Ваше Величество, всего этого у вас нет. Совсем нет? Да что, тогда получается, что я не особенный? Ну... Я такой, как все. Ваше Величество, нет, нет и еще раз нет. В этом мире все люди особенные. У каждого есть особый талант и особые способности. Правда? Конечно. И у меня? Да, Ваше Величество, вы очень добрый. И не злопамятный. Удивительно наивный. Это точно. И благородный. И потом, Ваше Величество, у вас есть замечательный дар. Какой? Вы прекрасно ладите с детьми. Ну, посмотрите, вы всех деток в округе научили писать и читать. Ну, это я не нарочно, это само собой получилось. Тем не менее. Вы приучили их к занятиям спортом? Они же повсюду за вами бегают. Они вас уважают. И потом, что бы они без вас делали? Это замечательный дар. У меня такого нет. И у меня? Признаюсь, я бы тоже не мог справиться с такой ватагой ребятишек. Это что, значит, что я особенный? Конечно, Ваше Величество. А что ж ты раньше тогда молчал? Так вы сами запретили мне говорить. А, ну да. Ну что ж, тогда пойдемте есть жареные каштаны. Советую поспешить. Торговец не будет ждать до ночи. Ты с нами? Конечно. Бежим! Тогда вперед! 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 Вот такая история, дорогие мои. И что тут скажешь? Безмерно прав слуга. Каждый человек в этом мире необыкновенный. Двух одинаковых людей не бывает. И каждого Господь награждает особыми способностями и талантами. И чтобы быть не таким, как все, не нужно стараться совершить что-то из ряда вон выходящее. Надо просто быть собой. А чтобы понять, какой у вас талант, понаблюдайте за собой. Что вам дается легко и к чему стремится ваша душа? Да и у родителей можно спросить, ведь со стороны виднее. Главное этот талант суметь развить. До новых встреч, друзья, и храни вас всех Господь!